Отойди, я вперед. Да. Я вот скажу, у меня тут раньше, да не думаю, у меня тут друг работал в этом кальяне. Бармен на кальянчиках. Хорошая программа, быстро нашел, да? Что за она нахуй быстро? А он чтобы был хороший звук, чтобы она могла уловить мелодию. Звук распознаватель. Он, да он сейчас хочу все пользуются. Я хочу на звонок. На мелодию звонка. Хочу чачу. Уже написали, хочу секса. Шутка. Крылья, ну что, полетели? Ну, крылья, ну что, полетели? Ничего, он та оцинковка сделает это за нас. Red Bull, да? Да. Да где ты там Red Bull видишь? Не, я как в рекламе. Ну да. Red Bull, ну шо, потики. Нет, там другое. Вот, там Red Bull, надо ей крыло. Да. Блин, тут я тут... Одна химия, только организм. Посылочный материал. Только пошли, организм, я понимаю. Вот, видишь. Не только организм, но и вред органам. Да. Вика. Написано краской. И за кто такая Вика? Я б с ней разобрался. А кстати, ты это, 31 декабря обязательно ICTV включи. Кого? ICTV, телеканал по телевизору. А ну-ка, дай мне сейчас. Только людей не снимай, смотри. Чей? Ой, сейчас поймаю, не переживай. Сейчас поймаю. Опля. Костян, стареешь ты уже. Нет, 32 ты еще с этим молодым. Я в 27 бегаю как в свои 18. Бегаю прытко. Я, когда у меня дыхание нормально было, с 11 года по 17, это уже пока. Это не буду спорить. Ну, мы хотим эту сторону перейти, но ты, пожалуйста, снимай. Возвращайся. Ага. Надо будет переходить. Да это главное. Ну, пусть главное, чтобы их не было видно, а чтобы их потом не... Кстати, это... А сейчас уйдет этот фотоаппарат, этот папин принеси, я слушал с этой разумностью. Может, я вас вопрос решу. У меня такое было, когда с фотиком, что вообще... Папа говорил, возьми. Но я не говорю, помню. У меня тоже такое было с моим фотоаппаратом, карманом, такой же сам. Я что-то там сделал, настолько покопался. И это все исчезло. Ну, такое было, когда-то. Вася в разносе. Костя в разносе. Да нет, Вася. Кстати, идем в банкомат. Сними кэш. Знаешь, как говорят? Чистый кэш. Клин кэш. Отель ужасов. Попугаем. Вах, 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 вах. Вах, вах. Как вот
что родственники в 18 году приезжали. Да. Чьи? Не брали. Ну, папины больше. А. Это, ну, там, короче, одна замужем, другая. Это, и так сюда хотели. Потом вот, и люди. Потом вот, короче, как себя кляли, как говорят, чем мы туда пошли. Выходят перепуганно, это они рассказывают. А ты уже зажат? Перепуганно, плачут. Страх, это уже от страха. А так, а так ходил, так ходил. Туда я. Ага, пошли. Знаешь, что я всегда говорю? Хотеть не вредно, а вредно не хотеть. Вот. Сейчас, сейчас нам направо, сударь. Фу. Тут когда много лет назад в интернете такой интересный видео смотрел. Называется «Драка Фатурова и видеооператора». Тебе надо... Не, через букву, сюда. Я тебе кину, оно у меня есть на компьютере. Я его кину, ты его посмотришь. Видео классное. А главное, что сюда нереальность, а... Знаете, говорит, постановочно, что сымитировали драку. Чтобы конкурировать... Что если сделать студию, 25-й кадр. Чтобы это для свадьбы специально, развлечь жизнь. А он еще написано было, что жених был в курсе этого всего. Он был предупрежден, потому его отодвинули подальше, чтобы он не встревал. А он прикинь, он им оплатил, жених, как вы, за разбитую технику, которую они во время драки якобы ухандокали. Камеру и фотоаппарат. Прикинь, это сколько стоит техника суммарно, сколько он заплатил за это. Это было нечто. И этого видео ВКонтакте нету, я закину, ты его посмотри как-нибудь. Угу. Идем нам туда, потом же по той стороне. А, я тебе ВКонтакте писал прикольный фильм, вот ты читал? Нет еще. А, вот этот, не пес, а какой-то ты кидал еще. А, отдел 44. Вот это что? Сериал. За самолет, там катастрофа такое, да? Ну я не помню, я не помню. Короче, я там тоже лайк ставил ВКонтакте. А я не уходим за свет елку внутри. А когда, видишь, когда мышей ее не было. Видишь, ага. Скидка 50% на все. С Новым годом. Идем, идем. Подходим к банкомату. А это ты вот мой мат-то кидал уже в YouTube? Чё? Что ты снимал? Кинул давно. В тот же день. Да. Я отстримил все видео замахом тоже. Одним планом. Я вижу, что снимаю, я стараюсь указать вовремя, в тот же день. Подходим к Азовплазе, к банкомату. Сейчас снимем кэш. Говорят, как раз каникулы у школьников будет, да, ну, с 8-го? Ну, не знаю. У нас пока наше образование в Вернске молчит.